Всем привет! Сегодня 4-й выпуск нашего подкаста «Новогодний». Сегодня в моей студии Багир Вафаев, амбассадор дикого стиля из Питера, основатель барбершопа «Дело» и успешный узбек. Это все я. Спасибо за такие регалии, которые не знаю, кто пишет всегда, но они всегда разные. Очень приятно. Это я. Спасибо вам, во-первых, что пригласили в Красноярск. Я тут сегодня погулял, утром приехал. Очень круто. И спасибо за подкаст. И тем более, как я уже говорил за кадром, еще до того, как камеры начали писать, за вот такие замечательные микрофоны подкастовые. Я очень рад. Все всегда меня просто звали и говорили, там, что у нас будет подкаст. Это было какое-то интервью с петличкой, там, и там только вопросы. И как раз меня Наташа спрашивала, а ты, говорит, видел наши выпуски? А реально... А посмотрел перед этим? Нет. Жаль. Надо было. Ну, ты бы примерно представлял, наверное. Хотя так даже лучше. Это будет не наигран. В следующий раз подготовлюсь. Это же репетиция, да, как мы уже поняли? Сейчас мы заново еще начнем. В следующий раз подготовлю. Ну, у нас еще закадровый гость есть, да? Да. Представишь его? Вот это интересно будет послушать. Нежданчик. Да. Сейчас удалить, мне надо подготовиться. Он очень круто съехал, знаешь, типа, потому что он ничего не знает про меня. Такое, может, ты его представишь? Ну окей, давай я начну. Топ-25 мира по версии OneShot международного конкурса, онлайн-конкурса парикмахерского искусства. Сергей Какаулин. Это единственное, чем я прославился. Также известный как Диперкат, амбассадор, представитель компании Галор, а также член творческой команды Виталия Пименова. Что еще можешь про себя добавить? Да. Амбассадор классных свитеров. Амбассадор, преподаватель Галор Консалт. Арт-тим Виталия Пименова. Ну, это все вот, все, что я делаю в Галор. Видимость ты точно делаешь? Видимость точно создаю, ну ваншотами вот. Всякими вот этой вот историей. Ну, это самое главное, хоть что-то делать, хотя бы видимость. Это же тоже действие, которое приведет к тебе к чему-то. Но это человек, который чуть не умер сегодня, давай еще вот этот регалий. Да, Серега только что прилетел, да. Сегодня в Красноярске жесткий ветер. Я проснулся сегодня от того, что у меня фонарный столб чуть не упал за окном. А Серега сегодня прилетел, кстати. Как долетел? Ну, я долетел очень тяжело и очень жутко, на самом деле. Это очень глупая история, и глупые поступки с моей стороны были. Прилететь в Красноярск. Пытаться сэкономить на билетах, лететь какими-то пересадками через Омск. Вообще, я сегодня, когда был в Омске, такой... Что я вообще тут делаю? Почему я нахожусь в Омске на данный момент? А ты в город вышел? Нет. А у меня же задержка была 4 часа вчера. Я еще 4 часа сидел в Пулково. Просто ждал вылета, и поэтому у меня ожидание сократилось, и я не так много времени у меня было. На 4 часа тебя задержали? Да. Ты вылетел в итоге не в 11, а в час? Нет, я в 2:50 вылетел. Когда я прилетел, получается. Практически, да. То есть я бы мог давным-давно быть в Красноярске и не попадать под этот жуткий сюжет фильма «Катастрофы», но... Зато есть что рассказать. С какого, с третьего раза ты присел, да, сегодня? Да, присел на бутылку. Присел, очко. Присел с первого раза. Вот тут я вообще без промахов обычно работаю. Но пилот самолета, да, посадил его с третьей попытки только. У меня коллеги многие спрашивали перед твоим мастер-классом, пока мы там прогрев делали и так далее, они такие, а кто такой Багир вообще? Кстати... Я замечаю, сейчас я доразгоню. И потом ответишь на этот вопрос. Давай. Что многие мои коллеги в последнее время как будто меньше интересуются в целом, наверное, индустрией, стрижками, то есть они мало знают народу. Обычно это только Пименов, Шевел, там, ну еще какая-то плеяда народу, где там 5 человек буквально им известно, остальные они такие, а кто такой типа Диперкат? То есть я стараюсь ездить на фестивали, постоянно смотрю там, общаюсь с какими-то другими чуваками, которые в индустрии, ну что-то пытаются сделать интересного. И... Как вы думаете, ребята, почему так вообще? Мы стали меньше интересоваться, меньше учиться. Ну хорошо, если ты следишь, что интересного я сделал? Давай с этого начнем. Я езжу на фестивали, ты постоянно там в списке судей. Мастер-классы по брикью, по стрижкам, катаешься с туром. Барбершоп есть. Ну уже есть о чем, в принципе, знать о человеке, перед тем, как посетить его мастер-класс. Просто тот же самый Юра...
генералов и пименов, они просто слишком рано начали в этом именно там, давать мастер-классы. Пожалуй, то есть рано, это были первые люди, которые в индустрии успели засветиться, они у многих так и остались вот в голове, что есть вот эти чуваки. И все, а я как в последний вагон заскочил, вот такой же тип. Но тем не менее, ты же тоже давненько уже в индустрии. 12 лет ты стрижешь, наверное, да? Ну, стригу до 12 того. Лет, но я появился там на радарах года 3 назад. Разве? Мне кажется, раньше. Ну да, где-то 18-й год, короче. 18-й год я начал. В 18-м году я помню, что у меня там 1000 с чем-то подписчиков было. А сейчас? 26. Штуки. Ну, самые верные зато. Да, Серега и его татуировка. Серега половинка, если что, в этой хуйне. Меня полтора там, не забывай, за счет моей татуировки. Так вот, за счет чего новым лицам в индустрии вообще стать известными, как-то качнуться, вот, что делать-то? Я бы хотел вот на предыдущий вопрос ответить сначала. Почему многие люди, да, не знают тех, кто что-то делает именно в рамках индустрии, не профессии, да, там, парикмахерской, именно в каком-то медийном поле? Потому что, я думаю, как вы можете заметить, с каждым годом барбершопов становится больше, соответственно, и количество мастеров становится больше. И невозможно, я думаю, от всех требовать, чтобы они именно за индустрией следили, потому что изначально все сюда приходят просто как в профессию, то есть стричь клиентов, зарабатывать деньги. И уже потом, если у них какой-то интерес к этому появляется, они шагают, да, чуть дальше, идут вот, взаимодействовать, да, с индустрией. И поэтому из-за того, что вот сегодня с Наташей мы разговаривали, да, и она говорит, что каждый месяц СБС набирает, да, там в районе 10 там, человек группы. Ну, в среднем, да, за все время мы выпустили 60 потоков. 60 потоков. От 8 потоков. До 10 человек. Сколько? 62 уже? 52. Я... 52. И, 50 общем... или 62? Подождите. 62. 52 потока. А, 52? 62. Да, господи. 6-2, да? 62. Но будем говорить 52. Ну, я как преподаватель, да, выпускаю там каждый месяц, ну, пока в Хабаровске активно действовал, по там 3-4 человека. И это, ну, достаточно большой вброс людей, которые, ну, я думаю, что просто не всегда готовы сразу же цепляться за это, и многим, может быть, даже и неинтересно, и в целом это не всем нужно. Вот ты сказал, что ты ходишь по всяким фестивалям и так далее. Ты кого-то нового там видишь? Нет, и в этом проблема. То есть мало людей, которые в последнее время стали очень известными, так, на уровне спикеров. Из последнего, наверное, Межева только, вот тот, кто резко залетел в индустрии. Кого вы еще можете назвать? Я, на самом деле, да все, очень мало людей знаю, очень мало имен знаю. И мне тоже это неинтересно. Спасибо, что меня не упоминаете. Вот. Мне тоже это, ну, как бы, не, если честно, мне неинтересно. Почему я вот знаю еще, опять-таки, тех, кто уже был на то время? Потому что я за ними следил и как-то пользовался этим. Перенимал. Да. Я этим пользовался, допустим. Они обратили на меня внимание. Скриншот, сторис, не сторис. Я ему респект кинул, где-то там попереписался. И вот то же самое, если бы Коля по поводу этой укладки не узнал, ситуацию рассказываю. Я вот укладку вот эту делаю, шипы. Вот. По Коле почему-то это очень нравится. И я сижу в Домодедово, улетаю с Москвы в Питер. Сижу, жду своей посадки. Звонит мне по видеозвонку в Инстаграм Коля Генералов. Я с ним ни разу переписки у меня с ним нету. И я такой вспотел, что-то там такое, знаешь. У меня на то время даже 10 тысяч подписчиков не было. Что-то вспотел, такой думаю. Там поднимаю, и он там типа, а как ты это делаешь там? Если бы сегодня мне кто-то позвонил, сказал бы, как ты это делаешь, я бы сказал, братан, не взял. Потом, да, ты не вовремя. А я ему все рассказал, что, кого, как, там, пятое, десятое. Ему это понравилось, он потом тоже начал это делать. Его, там, я тоже видел фотографии, как он, ну, использует, да, эту тему. Правда, он хочет довести это до уровня иранцев. Иранцы, кстати, так очень круто делают. И он респектнул, там, он что-то в сторис выложил. И дальше мы начали с ним общаться. Как-то раз он в Питер приехал, тоже меня в сторис снял, я там работал еще в Блэкстаре. Потом я его плов угостил, там еще он снял, и потом он начал как раз-таки... У него же много кто интересуется из организаторов, кого можно позвать еще. И он такой, вот, Багира, позовите, он там покажет. Вот, и меня просто взяли, потому что никто королевское бритье из спикеров не умеет делать.
если брать честно. Есть такая беда тоже. Вот из всех спикеров, я не говорю про всех барберов России, я вот из спикеров говорю, никто так королевское бритье не умеет делать, прям с помазком, это все там с пеной и так далее. Вот, они все, да, оттяжки, удлиненочки, там, типа, что-то такое. В целом с бородами как будто проблема в индустрии. То есть не так много народу, кто занимается профессионально там бородами. Ну, человек 5, наверное, максимум можно назвать. То по бритью-то спикеров, по сути, кто? Багир, знаю, бреет все. Но почему так? Никто, да, кроме Багира, не бреет. Но я думаю... Если честно, это и не популярно, давай так. Скорее всего, да. Хотя могло бы быть. Частый отзыв от всех там учеников, да, это то, что не уделяется совершенно внимания, да, бороде или бритью. Минимальное какое-то. Тебя буквально учат заряжать шаветку, как она выглядит. Вот лезвие, вот пену, вот так ты взбиваешь, бреешь шарик. Бреешь одного чувака, все. Да. После этого ты забываешь про бритье полностью, там, еще на год, наверное. Кстати, кто шарик брил? Ни разу не брил шарик. У нас не было, но сейчас Саня как раз ведет у нас на базе обучение. Из-за того, что люди, они просто очень боятся даже бритвой коснуться человека, он дает им шарики, а потом уже на людях. Чисто, чтобы в руках подержать. Беспонтовая штука, считаете? Нет, мне просто интересно, потому что шарик, смотри, он натянутый и так. Конечно. Он и так натянутый. У тебя вот... Опять-таки, основа самого бритья – это натяжение. У тебя работает левая рука больше, чем правая. Но на шарике, по сути, это никак не отработать. Потому что натяжения там нету, там он надутый, он и так упругий. А тут в королевском бритье в основном работает левая рука на самом деле. Ты ею тянешь прям кожу в разное направление. А только правой рукой просто там это все вот, топорные какие-то движения. Здесь, думаю, просто для того, чтобы людям какую-то уверенность вселить в том, что вот у тебя есть бритва, вот твои там руки, и как-то ты можешь ей взаимодействовать. Я вот с нуля не обучаю, и вот поэтому могу поделиться, опять-таки, своими мыслями, как это можно делать не на шарике. Может быть, это будет выглядеть очень кринжово, но зато это будет быстрее человек обучаться. Руки брить свою ногу. Ноги. Просто типа раз, пену мажешь и вот бреешь свою ногу, чтобы ты, во-первых, чувствовал давление, чувствовал натяжение, ты сам будешь чувствовать, насколько надо тянуть, насколько надо давить бритвы и так далее. Мне кажется, ноги брить – это вот самый топ. Пожалуйста. Пользовался такой схемой? Нет. Я хотя сразу... идея-то неплохая. Закати, я сразу закати, на людях. Я, когда учился, меня учитель учил брить сразу на людях. Он сказал, никогда не показывай, что ты это делаешь первый раз. А ты в Узбекистане же учился брить? Брить учился там в Узбекистане. Там просто, наверное, шариков не было. В Узбекистане круче же с бритьем намного, чем в России. Потому что это часто делают. И это насколько потоковая вообще штука постоянная? Я тебе сейчас скажу, ты уже поймешь. В Узбекистане одноразовая бритва стоит дешевле, чем бритье. Точнее, дороже, чем бритье. Вот побриться в барбершопе стоит дешевле, чем одноразовая. Я не проговорю про жилье. Мне кажется, это так и должно быть. Потому что бритье – это такая штука, ты пришел 15 минут, как бы и вышел. У нас но это не возвели... делает 15 минут. А? Тут ну, в России не делают это 15 да, минут. Да, да, у нас бритье, еще его раньше, сейчас поубирали много где, вот это королевское бритье, что в нем королевского, хер знает. Час времени. И оно стоит обычно там столько же, сколько стрижка, потому что стрижка с час, там, косарь, ну, предположим, там полтора. И королевское бритье тоже полтора. Вот интересно, действительно, откуда вот это название пошло? Королевское? Я думаю, просто оправдать стоимость этой услуги. Нет ничего в нем королевского вообще абсолютно. Тебя распарили, пеной намазали. Я только про королевский минет раньше слышал. Раньше слышал? Сейчас не слышишь? Сейчас как с бритьем случилось, типа. Убрали. Откинули, да, это потому что королевского ничего нету в этом. Просто людин это уже делает. Король, что ли, перед тобой? Ну, смотря сколько платишь. Вот, потому что мне кажется, что... Да были прецеденты. Ничего нового не увидел. Ну, извините. Кажется, что такая штука должна стоить дешевле и делаться быстрее в каком-то экспресс-формате. Ну, сколько это должно? 350 рублей? Нет, ну не 2 рубаса. Ну, смотри, у нас вообще, мне кажется, есть некие вот, ну, перекосы не туда, и которые охарактеризовываются, допустим, тем, что удлиненная стрижка стоит типа там дороже и по времени дольше. Делается дольше. То есть, ну, почему, да? Потому что изначально, ну, как бы, вот, ну, новое поколение, да, там, как барбершопы попёрли открываться, барберы не стригли удлинёнки, и потом только начали учиться этому, и для них это было тяжелее, для них это было дольше, но на самом-то деле сделать фейт и подстричь удлинёнку,
Это если ты обладаешь, да, как бы навыками, это по времени вообще... Для тебя одинаково. Да, ну, удлинёнку можно намного быстрее подстричь. Но я не пусть, знаю. Пусть хотя бы одинаково будет, потому что до сих пор, мне кажется, многие считают, что фейт — это что-то, типа, простое, а удлинёнка — что-то гиперсложное. Ну, что вот... там, если оттяжечку тянешь, то ты уже, там, замороченный чувак. Но если, мне кажется, в этом действительно разобраться, то ты понимаешь, что удлинёнка — это дело, ну, реально, там, 30 минут, если ты понимаешь, да, там, базу. Не более того. Или тебе нужно градиент построить. Стоять его пилить там под всеми углами, дочищать там. Ну, это абсолютно по времени, на мой взгляд, несопоставимые вещи. Но при этом удлиненки дороже, удлиненки там полтора часа. Ну, что там полтора часа стричь-то можно? Где-то даже я видел, и по ценнику они дороже. В Топгане? Это отдельная категория? Да, это называется премиум стрижка. Стрижка ножницами. Там прям так говорится, что без использования машинок. И прикол. Когда я это узнал тогда, когда начал преподавать, у меня в прошлом году по удлиненке, я удлиненку делал машинкой. И топгановцы говорили: блин, мы думали, сейчас будут оттяжки. Я говорю: да какие-то мастер-классы ты по оттяжкам посещал? Он такой: да, кого? И он там перечисляет, там Шевилл, там Коль и так далее. Я говорю: там они как-то отличаются. Ну, типа в три формы. Три техники, там линия, градиент, градуировка, там слои. Базовый. Я говорю: ну, типа, и что? Я... Еще раз надо было тебе показать. Говорю. Я тебе показываю еще один вариант, как можно достигать того же результата, только машинкой. И там в два раза быстрее. Вот, и вот тогда я узнал, что у них, оказывается, по ценнику, они специально даже клиенту уговаривают на стрижку ножничками, чтобы средний чек увеличить. И филерами его тоже стоят. Да, и, кстати, по поводу... королевского бритья, это Топган придумали. Все наименования вот эти крутые, это придумали Топган. Вот эти разделения на бренд, барбер, топ, барбер, тоже с Топгана это все вышло. Оказывается, многое мы у них взяли. Это чисто тоже... маркетинг. Топган очень много бизнесового маркетинга привнес. Многие там Локонцева хуесосят, но очень много, у них очень большая команда даже была, когда они только-только становились. Очень большая команда, которая работала над этим. Которые вот по поводу среднего чека, кто запаривается. И пока ты не бизнесмен и не видишь это в цифрах, ты не поймешь. Ты, все мастера думают, что это какая-то там вот напрягалово. Какая-то напрягалово, а что я должен предлагать своим, а как я это должен делать? Так это на твоей зарплате отражается очень сильно. Это, кстати, тоже проблемка такая, когда ты говоришь, я с этим столкнулся просто, когда стал там что-то типа управляющего на филиале, и когда начинают тебя там подпинывать за вот эти показатели у ребят, ты начинаешь с ними беседовать отдельно, и многим на самом деле-то и не важно, сколько они зарабатывают, как оказалось. Странно, да? То есть многие мне говорили: да не, мне в принципе и так нормально. Ты говоришь: блин, чувак, ну как так? Потому что он больше ничего не заработал. Может быть. Но опять же, не у всех финансовая только мотивация присутствует. У всех людей разная мотивация. Кто-то на работу приходит потусоваться, типа просто... И им важно, чтобы коллектив хороший, типа, был, и можно там байки потроить в подсобке где-нибудь. Это, мне кажется, еще зависит от того, что человек не умеет тратить, не знает, куда тратить. Может, он ничего и не видел больше. Грубо говоря, он там не вылезал из своей вот этой раковины, в которой ему и так комфортно. Поэтому и он не хочет, поэтому ему и нормально, да, вот это вот. Там не нормально, вроде 50 тысяч. Хотя потом такие: ой, на фест хочу съездить, но что-то денег нету. Но блин, это, ну это вот, же вот прямая тут как взаимосвязь, не бьется. Проявляется мотивация. Если есть мотивация попасть на фест, ты попадешь на фест, неважно, ну, типа, сколько ты там зарабатываешь и что у тебя в кармане сейчас есть. Важно стимул и стремление. А остальное — все отговорки. Это уже бизнес-тренинг начался. Это у тебя в голове, убери этот блок. Вкидываем инфо-цыганские приколы. Да, 100%. А вот фестивали что дают мастерам, как вы думаете? Мне лично это дает заряд мотивации. Ну, чем ты мотивируешься? Давай так. Ну, я смотрю на чуваков, которые в индустрии что-то делают и преуспевают. И мне хочется вот туда же куда-то. На сцену типа? Не обязательно на сцену. В целом хочется в индустрии. Может, я романтик, конечно. Хочется что-то интересное сделать. Типа прикольно. Не просто быть мастером на потоке, который только со своими клиентами как-то общается. А есть идея у тебя что-то интересное делать? А вот надо над этим подумать. Идеи. Подкаст вот пишу. Уже как-то потихонечку взаимодействую. Самое прикольное, есть три звена.
если эти три звена будут хорошо работать, в любой профессии прибудут больше денег, потому что появится узнаваемость. Это если есть СМИ вокруг какой-то профессии. Заметили, вот почему футбол самый там такой дорогой вид спорта, там игроки дорогие, там людей много, зарплаты стадионы, бешеные просто. Вот, стадионы, там рекламный контракт, какие-то, популярность у него даже другая, потому что там очень много СМИ задействовано. Угу. Вот. Это первое. Второе – это спонсорское. Если спонсорам не жалко туда вкидывать, эта индустрия в целом будет развиваться, и их продукт будет больше узнавать. И как раз-таки фесты, они не сколько для мастеров нужны, а сколько для вот этого круговорота узнаваемости вне. Допустим, в академию же тебе приходит не барбер, да, с нуля обучаться, в академию приходит угу. просто тип, который только узнал про эту профессию. Он может узнать отовсюду, там, тот же самый фест где-то плакат увидел и такой, о, нифига, у барберов фестиваль свой есть. Угу. Ничего себе. Или он там на ютубе наткнулся, о, ничего себе, какие барберы крутые, они свои подкасты снимают. Это про все же примеряют на себе, да, все же примеряют на себе и эту профессию. Вот в какой, у врачей есть подкаст, думаешь? Хм, какие-то, наверное, есть. Но сейчас, я уверен, что есть. Врачи – популярные гости среди всех подкастов. Ну это еще какие врачи, которые в рилсах выстрелили какими-то там советами своими, там типа… Не пей алкоголь после 12. Типа, ну, понимаете, да, чем? Я точно видал каких-то чуваков на подкастах, врачей, да, это... с медицинской точки зрения. Они в основном разные... эндокринологи вот эти, знаешь, да, которые да, про да. диету, про здоровье, а не про опухоль в голове, знаешь, и как его убрать. Как ее убрать дома? В домашних условиях. Как высморкать опухоль из головы? Понимаете, да, о чем я говорю? Это какие-то инструкции жизни даже. Вот врачи, которые дают инструкции к твоему какому-то благоприятному существованию в этом мире. А не те, которые реально там... Травматолог тебе, знаешь, типа в подкаст не выйдет, не скажет, блин, недавно с такой костью столкнулся. Никак его не мог просверлить. Это перевязочник такой. Понимаешь, да? Поэтому, а вот у нас, типа, как вот ты даже сам сказал, да, вот я сказал своим коллегам Багир, типа, никто не знает, мало кто знает, да? Давай так. И, ну, почему даже ты меня пригласил на подкаст? Потому что я-то знаю. И это важно. И хочу, чтобы они узнали. Но почему-то узнаю только про Серегу, заметил? Да это шутка. Вот. Поэтому фестивали нужны, подкасты нужны. Хорошо, что есть такие ребята, которые выпускают свои выпуски. Потому что я и Серега не выпускаем. На складбище подкасты. Надеюсь, этот выйдет. Этот... И ничего не случится. Я вижу, как у нас за кадром... Если я сегодня даже долетел, то 100% он выйдет. Да не в тебе дело. А вот у тебя есть рекламодатели такие? Нет. Почему? Хотелось бы. Почему сам не пишешь? Блин, вот это хороший вопрос на самом деле. Хочется, наверное, прощупать формат, понять вообще, кому из рекламодателей это будет интересно. Просто у нас опять-таки какое-то ограничение в голове есть. Мы смотрим на блогеров, которые собирают несколько миллионов просмотров на каких-то ненужных видео, да? Ну, ты это просто, это даже не информация, это просто там кто-то с кем-то там... Танцы в ТикТоке. Условно, да? Но там есть свои спонсоры какие-то. Но справедливости ради хочется сказать, у них и цена побольше у этих блогеров на рекламу. И, соответственно, заработок этих продуктов, оно большое. Это масс-маркетовские какие-то продукты, да, там вода какая-то и так далее. Но там если охваты, даже... охваты бешеные. Ставки, пожалуйста. Казино. Грубо говоря, это типа не узкая специальность. А у тебя узкая специальность, и тебя, кроме барберов, там, допустим, кроме тех, кто стрижет, смотреть не будет. Соответственно, даже если вот эти 1000 просмотров или там 2000, сколько ты собираешь? Да там косарь, наверное, всего. Вот, 1000, 2. Ну, это целый уже косарь на Ютубе, на самом деле. На Ютубе это... косарь на узкую специальность. Просто пишешь, это косарь, это типа на фоне всего, да, звучит, ну, что-то косарь. Но это узкая специальность, типа чуваки, типа, которые двор подметают, смотреть точно не будут. Что за педики сидят да, там? Ты вот просто, ну, это надо представить, типа, собрать косарь барберов. Вот, типа, это же много. Да. Ну, это почти фест. Да, это и каждый по 1000 тебе дал, типа, условно. Или по прикинь, почти фест. А на фестивале сколько спонсоров бывает? Да дофига. Понял? Угу.
Тут то же самое. Все-таки мы пришли к тому, как заработать больше денег. Дело не в заработать больше денег. Если он тебя спонсировать не будет, в какой-то момент ты скажешь, да, зачем? Нахуй оно надо? Да, вот оператору ты платишь, там, монтажу ты платишь, за аренду оборудования ты платишь. Если у тебя хотя бы эти расходы не будут покрываться, в какой-то момент ты перестанешь это делать. Если ты перестанешь это делать, еще одно звено уже, ну, типа, не работает. Если оно начнет работать постепенно, и оно все будут вместе зарабатывать. Соответственно, барбер будет зарабатывать там обучениями, либо, не знаю, клиентов будет больше, да, узнаваемость наша будет чуть больше. Угу. Соответственно, если барбер зарабатывает, барбер может себе позволить купить хороший инструмент. Согласен. Если он покупает инструмент, зарабатывает компания. Если зарабатывает компания, либо косметика, да, неважно, инструмент или косметика. И он будет также приходить к тебе и говорить, пожалуйста, снимайте дальше. Крутой совет. Это как ДНК, знаешь, это вот типа цепочка одна. Это, к сожалению, кто бы как бы друг к другу не относился, это вот нужно. Ну, есть, конечно, взаимосвязь. Тут я вообще 100% согласен. Сейчас, может быть, там типа зайдите по промокоду купите, мы посмотрим там, сколько человек купил по промокоду, а потом тебе дадим деньги, это не работает, потому что инструменты мы не покупаем. Ой, мне сейчас надо. Инструменты мы покупаем, отъебнулся. А, я где-то вот там на подкасте видел, хороший инструмент рекламировали, купил. Ну, чаще так и происходит. Вот и все. Сейчас это никто не купит, это тебе реально, как Серега сказал, это не казино, которое там, ой, давай поиграй, сегодня матч есть. Понимаешь? На следующем подкасте будем в казик играть, сидеть. Тут вот будет. Слоты эти, с однорукими бандитами кидать. Стрим по казино, поэтому с Багиром. Я думаю, надо сказать Сереге либо Наташе, чтобы они написали галор. И предложили. Он сам может написать, это тоже новоиспеченный амбассадор голос. Ты тоже амбассадор? Да. Вот, пожалуйста, пиши, скажи, у меня есть подкаст. У меня есть подкаст, скажи, вот, пожалуйста. У меня уже вот четвертое видео будет. С Багиром точно будет, скажи. Там просмотр нормальный. А у тебя же есть с ними лукбук, кстати. Это первый лукбук у них. Вообще первый в галоре. Это первый галоровский лукбук, да, со мной. Это была пандемия, просто нечего было делать. Вот. А ты был амбассадором? Я не был амбассадором. Как так получилось, что тебе в целом предложили, ты сам написал? Спецправах. Я не помню. Смотри, как случилось. Я приехал. Я работал в Питере в Blackstar. Я тогда познакомился с продукцией London Grooming. И Blackstar прям московский. Он прям торговая площадка для косметики. Там все косметики есть и все покупают. Либо это Москва, либо они умеют просто это продавать. И вот в Питере тоже огромная такая, типа, огромный стенд такой за администраторской стойкой, просто до потолков полон был косметики. Я когда пришел, подумал, что это магазин. И там London Grooming, Lock, Stock and Barrel, The Blue Beard. Я эти все косметики оттуда знаю. Я работал в фирме до этого, там American Crew только было. В лучшем случае. Да. И то, и этот, для бороды был... Бородист. Бородист. Во! Кайф. А тут раз, два, Соломон, у меня глаза разбежались, не знаю, что делать. И мне кто-то, вот, Lock, Stock and Barrel, топ. И все начали почему-то на Локстоке работать. Там что, он одно время качнул, мне кажется, как раз из-за онлайн-конкурса. У него, да, там 500 евро, там, по-моему, было. Это 100 фунтов. А 100 это было? Ну, ладно. Вот, и за, что-то там... Да, за укладку было там. Да, ЛСБ отмечаешь и... Там Глебас Морозов, по-моему, каждый месяц или сколько, неделя, он, каждую неделю, он, мне кажется, на этом и капитал жил. Себе построил. И барбершоп делал, да? Вот, соответственно, и вот тогда я познакомился с Галор, начал там что-то делать, и я как-то раз просто такое тупое, конечно, видео было, там что-то стрижку снимаю, и у меня в руках Lock, Stock and Barrel было. Я просто в урну выкидываю, и из-под пенера достаю London Grooming, понял? Mm-hmm. Lock, Stock and Barrel выкинул. И это так понравилось London Grooming. Что они потом... решили тебя сразу на лукбук пригласить? Нет. Потом у меня начал стричься Радмир, это муж Юли. Mm-hmm. Вот, его мало кто знает, он был на первом сборе, на втором и на третьем. Четвертый, да, это сбор? Это мой только третий был. Их 5 или 6 вот, уже. Короче, он на первом сборе был там. Его кто-то из самых старичков знает. Вот новичков мало кто его знает. Он там другими делами занимается. Вот. И он у меня там стригся. У него короткая стрижка была. И он такой, типа, а давай, говорит, лукбук сделаем. Я говорю, давай. Он что-то с Юлей меня связал. На то время Юля вообще у них как управляющая еще одна девочка была. И она там что-то модели мне скидывала. Они прям профессионально подошли.
Они с модельного агентства там привезли мне модели, они все высокие, такие прям прикольные. У них там тип тоже работал, он, оказывается, раньше моделью был. И они там что-то мне вот дали модели, я за день их постриг. На следующий день они пришли ко мне на укладку. И после укладки сразу же все вместе в минивене поехали в студию. Я их там чуть-чуть подправил, они там оделись прикольно. Начали их фоткать, и все, лукбук появился таким образом. Я вообще не знал, они мне что-то рассказывали, я такой, мне просто было скучно. Да, давайте сделаем вообще просто. И лукбук появился, и потом, это как раз таки как потом работает, чтобы лукбук попасть, у амбассадоров сейчас еще мотивация есть какая-то, знаешь, быть активнее, чтобы попасть в этот лукбук. А стрижки месяца, они там стрижки? Ну, лукбуки, недели. Да, разного направления. Лучшие работы за год, которые вытекают из лучших работ, там, недели, лучшие работы у тебя же месяца. Тоже лукбук есть с презентацией, да, твоего курса. Да, и есть, да, персональные лукбуки, так же, как вот у родоначальника этого направления. Вот мне кажется, это вообще крутая штука в плане того, что ты можешь свое какое-то видение вот так транслировать. Да, да. Достаточно качественная, причем обработка. Первый это лукбук, он, ну, в хорошем качестве твой вышел. А сейчас то, что они делают там вообще. И они все разные, еще самое главное. Да, даже да, вот, да, допустим, персонализированные. Они подходят очень интересно к разворотам, ко всему. То есть, если где-то, да, у всех книжки, лукбуки, мой лукбук выглядит вообще иначе. То есть он как гармошка такая разбирается. И они все абсолютно разные. Я даже об этом как-то и не задумывался. А вот на вот этом сборе, когда была именно презентация лукбука, да, персонально вот его создателей, то уже смотришь, думаешь, блин, интересно, люди подходили, каждый подходил по-разному. Там как раз была презентация твоего и Айза. Айза и Шифрина Вадима тоже. И это интересная вещь, особенно прикольно, когда ты или на сбор приезжаешь, или приезжаешь в офис, или в шоу-рум Галор, и видишь вот сборник уже бы достаточно большой лукбуков этих, и это очень круто выглядит, это действительно цепляет взгляд, и если эти лукбуки еще и в салонах где-то лежат, то это, ну, привлекает внимание. Я не видел, кстати, больше ни у одного из брендов каких-то лукбуков. Ну вот так никто, конечно, не делает. Да, амбассадоров ни у кого сейчас нету, если честно, таких сборов нету, ты просто там у себя в Инстаграме в шапке плашка вот пишешь, висит, амбассадор, и да, и все, от ее таких сборов я не видел, что вот так вот собирали всех, заселяли. Это их уникальная еще вещь. У вас еще слишком много даже, давай так, в Галоре слишком много амбассадоров. Я понимаю, что у них много подразделений косметики, там, да, кто-то отвечает за Люгер, кто-то за Лондон Груминг, кто-то за Соломон и так далее. Вот ребята есть, кто бороду, да, делает, наверняка он там прикреплен под Грэхэм Хилл? Грэхэм Хилл, вот. Соломон. Пожалуйста, да. Вот. Поэтому вас много, и это вот это объединение. И все же уходят оттуда. Вроде бы ничего не получил, давайте так. Но ты оттуда с какой-то мыслью и мотивацией уходишь, и реально там это топливо, чтобы какое-то там количество времени, там, что-то прям реально поделать, поактивничать в Инстаграме. И это опять-таки не то, что для них вы активничаете, вы для себя активничаете, вы себя поднимаете. Вот. И они с этого получают, да, там, что у них узнаваемость растет, но при этом они дают такую возможность, они заправляют барберов этим топливом, чтобы они там дальше шли. Определенный заряд энергии я после этого слета амбассадорского получил. Это вот так же работает. Также фестивали, спонсорство, подкасты. Это качаем индустрию. Да, надо, 100%. Если это, ну, мне еще не хватает скандалов. Вот. Чтобы это как в попу ММА было. Это не настолько, не настолько, но вот типа что-то за кого-то, за слова цепляться, понимаешь? Почему-то в барберстве все слишком себя, типа, друг друга уважают. Такие, знаешь, типа прям. Тебе хотелось бы больше бифов, да, вот, рэперов. Но все относятся, да, либо как к коллегам действительно друг другу, либо просто абстрагируются и все, и что-то там. Если даже кто-то друг другу неприятен, просто, да, вот как Серега говорит, абстрагируется. Игнорируешь. Просто, да, да, типа, а кто это? Знаешь, допустим, если ты кого-то там, типа, спросишь, а кто это? Просто, типа, как будто бы ты его даже не знаешь. А там у вас в директе, знаешь, там что-то творится, а ты такой, кто это? И вот поэтому как-то все отстраняются от этих скандалов, потому что, может быть, понимают, что они не вывезут, или как-то так боятся это, этого, или еще что-то. Но разве это ли не хорошо, что это очень хорошо. Не скандалят? Скандал — это очень хорошо для развития. Давайте пример приведу. Конор Макгрегор. Пожалуйста. Конечно. Кто знал, что такое ММА?
все такие, типа, ММА, UFC, все вот, типа, вот, для них не существовали там подразделения, да, вот эти UFC, что это отдельная организация, там, типа, что в Японии есть отдельная организация. Для всех это было бои без правил. У меня было раньше представление, как раз первые турниры UFC, где чуваки выходил кто-то в кимоно, кто-то вот. В борцовках. Это там, был первый UFC, да. Это был первый UFC, тогда вот это реально было бой без правил. Кстати, хотите, если вы так вкратце я вам расскажу, в принципе, бои без правил вдохновились тайскими бойцами. Знаете тайских бойцов? Зря затронул эту тему, мы его вот. Не остановим. Серьезно. Случилось как? В Америке был один кикбоксер, он такой, типа, харизматичный, и он просто на публике сказал, что боксеры говно, борцы говно, если вы их, типа, пустите там, типа, просто в ринг со мной, я их всех размотаю. Побью. Да. И он реально так делал, он просто был такой, типа, энергичный, хайповый и так далее. И как-то какой-то промоутер побыл в Таиланде, увидел этих бойцов жестких. Они за рамки Таиланда не выезжали никуда. И кто-то им, типа, одному популярному бойцу предложил, а вот в Америке есть один такой тип, выскочишь, он такой, да, давай. И он его победил, и появилась такая тема смешания стилистик. Угу. Вот, как раз-таки было интересно. Комбат, да, это такое, типа, микс martial arts. ММА расшифровывается. Ну, поначалу это было, наверное, martial arts. Объяснение, какой из стилей... Какой из стилей самый универсальный, жесткий. Да. И UFC так и появилось. Дикий стиль, да. И как раз-таки UFC так и появилось. И там реально, там, как ты говоришь, почему в кимоно он выходил? Потому что он был боец бразильского джиу-джитсу. Да? Либо там карате. Выходил в шортах, да, карате. Либо кто-то выходил в коротких шортах, это был таец. Кто-то выходил даже вообще в перчатках больших, видел? Кто-то голыми кулаками выходил, а кто-то вошел в перчатках. Это был боксер какой-то, понимаешь? Вот. И там весовых категорий не было. Это реально был бой без правил. Там, по-моему, даже раундов не было. Ты просто прям пока кто-то не сдастся, либо пока кто-то кого-то не вырубит. По-моему, глаза нельзя было давить только. Остальное вся дичь остальное, вообще типа, возможно да, было. Все можно было. Типа глаза и яйца, пожалуйста. Все остальное реально это можно бы было. Это бы тоже разрешили. Чё? Ну, скоро разрешат. Думаю, кулачка появилась, жесть появилась там. Потому что жести не хватает людям. Они начали это смотреть, от бокса отстранились, потому что бокс начал становиться из мордобоя каким-то таким очень красивым зрелищем. Олимпийским что... видом спорта. Угу. Не, даже не олимпийским, он стал очень такой, слишком шахматный. Академический. Академический такой. Он прям все такое четко, прям аккуратненько. И вот у этого мордобоя месива не было. А люди не разбираются вот в вот этих тонкостях. Там кто-то уклонился, чуть-чуть там тыкнул. Про борьбу все говорят, что залеживание просто. Вот, залеживание. А там, хотя... Попробуй встань, да? Это вот опять-таки. Кто так много сможет? Мнений было, там, чуваки, когда интервью дают, что типа, да чё вы с ним там, типа, валяетесь? Надо просто вставайте. Да, да. Про Хабиба. Зачем ты там снизишь под ним, да? Встань и бей его. Как вот ты видишь это в барберинге? Что это прям конфликты или какие-то напускные такие скандалы, когда вы, типа, договорились между собой, что-то на публику поругались, а на самом деле... Старички могут даже этого уже не делать. Вот старички, типа, это как бы они уже прошли, у них энергии не хватит на это. Вот ты на твой вопрос, там, один из самых первых, как новичку, вот туда. Угу. Опять-таки, я тебе вот про последнюю ситуацию расскажу, как это у меня в голове разогрелось. В Хабаровске я был, и там у Сереги есть ученик, его зовут Слава. И он прям очень кого-то там не любит, понимаешь? Вот. В барбершопе или вообще? Нет, в барберинге. Он прям вот, не знаю почему, опять-таки, у него к нему неприязнь. Он чемпион первого мейнстейджа по фейдам, Осман Караев. Он говорит, да мне он не нравится, я что так как-то, я пизжи делаю. Я говорю, так поезжай в мейнстейдж, говорю. Да, покажи займи там. Первое место, возьми микрофон, тебе дадут слово, говорю. Вызови прям на сцене, говорю, у тебя будет возможность, говорю, на всю сцену. Не просто, вот опять-таки... И тут начался биф. Да, вот я поэтому назвал имена. Я хочу, чтобы с этого подкаста все началось. Я клянусь, говорю. Будешь я хочу, промоутером. Я клянусь, я буду, знаешь, как Донован раздел, типа, и там пояса, понял? Вот. Я хочу такие. Еще и он уже как бы причастен и ко одному, и ко второму человеку и запускает эту пожалуйста, канитель. Типа. Я знаю, как один работает, я знаю, как другой работает. Они хорошую борьбу пока... Типа не драться я хочу, чтобы они не дрались, а именно
один, батл по фейду. Да, батл по фактам, как раньше. И я не хочу, чтобы это было, знаешь, просто какой-то ноунейм за счет какого-то там типа выскочил. Да, вот сейчас кто-то выйдет на камеру и скажет: «Коро, генерал, я тебя размажу, прими мой там типа вызов». Я там делаю. Как это часто в поп ММА происходит, какие-то чуваки просто вызывают там более опытных чуваков. Да, если они это ярко делают, если это набирает просмотров, организация позволяет. Но есть риск. Вот в поп ММА они об этом не думают. Почему Дановайт так не делает? Есть риск, что ты кассового своего чемпиона... Сейчас он не любит, кстати, что бойцы UFC идут в бокс. Знаешь, почему? Потому что все потом говорят, что в UFC булки все. Потому что его какой-то боксер... Потому что его какой-то боксер отпиздил. Понимаешь, в чем прикол? Почему он не любит Логана Пола? Потому что чувак ютубер и отпиздил нескольких UFC бойцов. Топов. Ну, это пенсионер уже, давай так. Бен Аскрен, кто еще был? Бен Аскрен вообще, он не боец. Ну, какое-то время он чемпионом был. Бен Аскрен, Тайрон Вудли был, он с этим дрался, с Сильвой еще дрался. Вот. С Вудли он два раза дрался, второй раз вообще он его в нокаут отправил. Любому боксеру скажи, прям вот рейтинг есть у UFC топ-10 весовых категорий, у всех есть топ-10 рейтинга. Любому топовому, вот прям, кто номер один сейчас в боксе, один раунд не выставит. По правилам UFC против любого. Просто любого. Но уже когда включаются уже ноги, уже им неприятно. Боксерам уже будет неприятно. Тут я шарю чуть-чуть, да? А партер вообще там, как Хабиб, да, встать попробуй, да? Он просто возьмет тебя за ноги, ты ничего не сделаешь. Просто мизинец ему, да, и все. И вот поэтому Дана Вайт не любит, вот чтобы топы резко... Есть фактор такой, что типа его могут с одного удара вырубить. И существует такое понятие, как лаки панч. Весь вот этот хайп. И все, и рухнет, понимаешь? Все такие, типа, какой-то новичок пришел и победил там типа чемпиона. Чтобы такого не было, надо, чтобы он дошел, да, вот как я говорю, Славе, займи сначала первое место. Угу. Тебя будут награждать. Покажи что-то в индустрии. Да. Тебя будут награждать, скажи, я свой титул, вот, типа, не знаю, медаль дают, кубок дают, что-либо не дали там, или сертификат, я вот это ставлю на кон. Я хочу там против там чемпиона первого сезона там побатлиться, прямо на сцене, на главной. Типа такой стресс, да, там, типа, когда ты там в сторонке, там вроде 10 человек, и внимание рассеяно, а прикинь, тут на батл все будут смотреть. Понимаешь? Ну, было бы жестко. Они же делали, кстати, на мейнстейдже, там была какая-то зона батлов на первом, на питерском. Там можно было потом между друг другом что-то побатлить. Против судей. Я вот это тоже был против этого, потому что они из этого такое несерьезное шоу сделали. Ну, это комплементарные какие-то, да, такие вещи. Но выиграл, не выиграл, пофиг. Да, там просто по аплодисментам определяли. Там, то есть, ну, обыграл ты судью, круто. Не обыграл, ну, типа, это же судья, как ты его не обыграешь. А если судья там просто там типа что-то сделал, и он проиграл, мне бы было неприятно, допустим, если... Там еще судей не было, там по аплодисментам все делали. Там кто-то, кто за этого, там типа, там все за новичков топили. Мне, конечно, бы это как-то не задело, просто я бы не вышел даже на это. Не потому что я там, типа, я там что-то как-то. Нет, я уже, типа, все, я судья. Как, типа, ты Джо Рогану скажи, выйди там с кем-нибудь, там, кто-то тебе вызов бросает. Ну или там, я не знаю, Херб Дин, вот этот нигер, знаешь, который в дредах. Будешь драться? Типа, условно, это очень для меня было глупо. А так чемпион против чемпиона, пожалуйста. Чемпион против чемпиона. Или, я не знаю, просто взял, вызвал, там, типа, вы, Барбер Кинг, там, типа, такого-то года, там, типа, я из Мэн Стейдж. Слияние вообще двух направлений, понимаешь? Это как две организации, там, реально, это там, как были Барбер Кинг и UFC, по-моему, против Беллатор что-то планировали такое. Ну, по-моему, так и не спланировали. Потому что UFC это сейчас не нужно. UFC это монополист в мире ММА. UFC очень Дановайт очень хитро сделал. Почему UFC там стал топовым? Он начал опять-таки скандал именно политический. Существовало во время UFC, как раз-таки бои без правил были, какой-то первый сезон хайпа поймал, потом все шел накат. Дановайт был тренером по боксу у братьев в Лас-Вегасе, у братьев Фертита. Это итальянские это мафиози. Да. UFC. Были, да. И он им предлагает: купите UFC, говорит, я сделаю топ. Говорит, они покупают за $1 миллион UFC. Лямчик всего. Всего лям, да. И он там что-то делает, у него нихуя не получается. Потом он предлагает, на то время просто был топ, Pride назывался. Там дрался Федор Емельяненко, это японская организация была. Смотрел бои.
Вот. Прайд был просто топовым, там все были монструозные, захимичные такие типы, блядь, с мышцами, у них из глаз мышцы, блядь, знаешь, там вены лопались, вот. Надо фирменный жест показать. Вот этот вот. По поводу этого жеста потом. Соответственно, Дана Вайт сказал, что вот у меня есть Чак Лидл, такой был айсмен, чувак с такой бородкой. В синих шортах, когда у них шорты еще были, тоже там персонализированные. Да, спонсорские такие. Вот. И он сказал, у меня есть крутой боец Чак Лидл. Давайте против вашего бойца Вандерлея Сильва. На то время он был чемпионом там, с которой челюсти. Обезьяна такая. Прайд сказали нет. Типа против чемпиона сразу нет. Но пускай он участвует в гран-при. В этой весовой категории будет там типа 8 боев. И в финале подерутся сильнейшие. Он прошел Алистера Оверима. На то время Оверим был там средневесом. Жесткий, захимичный тоже тип. На то время он не был захимичен, поэтому он проиграл. Чак Лидл его прямо отпиздил. Потом на втором своем бою он кому-то там проиграл. И вот тогда он поймал такой, типа, чуть-чуть хейт. И все там бойцы не очень. Вот. И Дана Вайт попустил слух, а в Японии народ не любит, что какая-то организация причастна к якудзу. Он проплатил СМИ, чтобы сказали, что Ryzen спонсирует якудзу. Люди перестали ходить туда. Ryzen это... Ой, Ryzen, точнее, Pride. Вот он сейчас называется Ryzen просто. Вот. И прикинь, люди перестали туда ходить, и он закрылся, и он всех бойцов перекупил. Прикинь, контракты всех бойцов. Он хотел еще Федора Емельяненко перекупить, чтобы он подрался с этим. На то время был чемпион Брок Леснер. Это чувак, который из показушного рестлинга, да, пришел и реально стал чемпионом. Он был чемпионом в тяжелом весе. Вот. И он даже хотел защитил такой... пояс, по-моему, пару раз. Защитил, да. У Фрэнка Мира он забрал и защитил против кого-то там. Короче, в общем, защитил, да. И... Ну, а сейчас, перенося на барберинг, по сути, промоушен-то один только. Пока почему-то он один. Только Main Stage. Очень плохо в России все с фестивалями в последнее время. Есть другие фесты, но они по масштабу как будто пока не дотягивают. Это локальные фесты, имеешь в виду? Вот недавно New Wave был в Москве. Слышали? Да, конечно. Но мне кажется, это дело даже не в масштабах, а вот опять же в том, как это в медийном поле продвигают. Ну, то есть тут надо Максу Райту отдать должное, что он это круто и красиво очень делает. Очень круто подает. Но у других же промоушенов, так скажем, нету такой подачи. Вот в этом проблема самая большая. Если поэтому бы она пока была, конкуренции нет. Да тут просто, ну, типа к продвижению надо подходить по-другому. Более детально, более продуманно, более интересно, может быть, приглашать каких-то сторонних людей, которые это могут интереснее раскачать. А так, ну, как бы у всех, ну, как я понимаю, нацеленность на то, чтобы просто, ну, как бы фест этот организовать. Собрать людей. Да, а не, так скажем, по всем направлениям пройти, чтобы это и хайпануло как-то где-то, чтобы что-то новое из этого вышло. То есть, вот, допустим, на New Wave же не было, нету батлов, насколько я знаю. Я вот вижу только, что там есть только выступления, и все. Что-то я не видел. Ну вот. Ну, как бы... Это для кого тогда получается фестиваль? Для тех, кто хочет выступить там, и все. Uh-huh. Они вот сами для себя это как бы и делают, чтобы приехать, выступить, и все. Типа. Для многих, думаю, побатлить, выйти, это уже как мотивация съездить на фестиваль. А батлов, по этой логике, у нас должно быть много батлов и разных форматов, на мой взгляд, даже там, и, может быть, онлайн, и офлайн, и какие только не придумаешь. Кстати, по поводу онлайн, вот Cult of Hair онлайн, тоже Макс Райт взял это на себя, делает. Если разделять по категориям, у Макса есть... У Макса, точнее, нету простоя. Он вот на своем инстаграме там, да, Мейнстейдж, что-то тизерит, да, там потихоньку, дозированно что-то выдает. Соответственно, это означает о том, что он, типа, работает целый год над этим, чтобы раз в год устроить, или раз в полгода, да, сколько он там у него, вот, устроить этот фестиваль. А в других реально там, типа, все подыхают сразу же, там, если даже публикацию смотреть. И за пару месяцев до фестиваля. За пару месяцев до фестиваля. Это же как? Это заработка денег хорошего. Ты заработаешь на входных билетах, на участниках, которые там в батле участвуют. Корнеры, спонсорские, наверное. Да, спонсорские, еще там, типа, какая-то еда и
еще какие-то темы могут быть. Но вот типа четыре темы, которые я знаю напрямую, это вот как привлекается народ. Давайте позовем там пару барберов, угу, которым даже не платят. У которых есть аудитория. Да, они у себя там в Инстаграме про нас расскажут, и мы станем популярными. Пожалуйста. Придут все. Они же придут. На них же приходят, типа. И скажем, что они на сцене будут показывать мастер-класс, хотя за час... Ну, это показательное демо-выступление, да, скорее, чем мастер-класс. Да, поэтому... А Макс Рад какое-то шоу прошлый раз, у него там клоунское было, да? Или там цирковое? Угу. Вот, клоунское. Звучит клоунское шоу. Интересная была тематика. Я не к этому, но типа... Клевое оформление в целом интереснее выглядело, чем там какие-то до этого без тематические фестивали. И потом как раз-таки сценические какие-то моменты он разделил. Сказал, что там технического ничего не будет, просто сценическое там. Кто-то, как я, допустим, появлялся. Начали приглашать, кстати, мастеров-универсалов. Много по укладкам было народу. Ну, это вот на первом мейнстейдже было больше представлено, чем на втором. На втором как будто бы планировалось, насколько я знаю, еще больше расширить представительство там бьюти-индустрии, вплоть там до мейкапа там, и так далее. Но я их не видел, наверное, им это неинтересно в целом было как-то. Остался, по сути, больше чисто барберинг на втором мейнстейдже. Ну, барберинг и так как будто такая очень узкая ниша вот в этом всем море парикмахерского искусства. Поэтому, но может, им и неинтересно было. Она просто, мне кажется, из-за того, что женское направление, оно не переставало существовать, да, так скажем. И у нас же мужское направление интегрировалось в универсальное, не было вот разделения. Mm-hmm. А потом опять оно как бы отпочковалось, и это не так давно произошло, по большому счету. Там 10 лет назад, 11. Ну... Чего про обработку, кстати, думаете? Там же в условиях Cult of Hair, вот этого онлайн-конкурса, полностью разрешена вся обработка, что угодно. По-моему, нет. По-моему, разрешено полностью все. Что, а что угодно можно делать. Тогда? А что ты не участвуешь? А я почему-то, мне казалось, что нельзя обрабатывать. Можно, можно. По-моему, один из первых конкурсов, про которых как раз вот я слышал, что обработка полностью разрешена. Мне кажется, и так все фотошопы будут. Как его по поводу ваншот? То же самое, там нету запрещения. Не запрещено же. Просто оно... Как без этого сделать картинку? Не объявили, что это разрешено просто, может быть. Ну и запрета не было. Ну и запрета не было, да, пожалуйста. И все, кто залетал, там, пожалуйста, можно открыть, посмотреть работы. Обработка, будь здоров. Да, мне кажется, это даже честно будет, потому что обработку используют в любом случае все. И... Потом вот этих слухов не будет. Вот там. Да, вот зафотошопил, как было на этом, на отборочном, кстати, на мейнстейдже тоже там потом. Вот эти в фейдах кусочки разница выделяли, типа вот тут фотошопил, здесь фотошопил. Все недовольные такие были. Но я на самом деле... просто думаю, что это нужно как бы разделять и там, типа, честно, нечестно, да, смотря в чем вы соревнуетесь. Если, допустим, ваншот — это, ну, напрямую просто как бы тебе нужно картинку красивую сделать. Они там не требуют там, я не знаю, там, подтверждения каких-то там технических навыков, да, просто выкладывая картинку, и ты будешь как бы участвовать, ну, связанную, да, естественно, там, с каким-то определенным направлением парикмахерского искусства. А если, допустим, это подвязывается каким-то вот, нужна картинка, но ты еще должен там, типа, подтвердить то, что ты вот можешь это прям вот воплотить вот в жизни прям один в один. Ну, то есть это какие-то, на мой взгляд, разные вещи, которые нужно правильно разграничивать друг от друга, за что вы боретесь. Потому что, по сути, мы же контент делаем. Типа, да, на базе чего-то, на базе парикмахерства, но это же контент, он должен быть красивый. И, типа, когда сейчас идет вот полное какое-то отрицание, там, да нет, там, обрабатывать, угу, это мы кого-то тут обманываем. Кого мы обманываем? Ну, типа, никого мы не обманываем. Ну, типа, если, конечно, отфотошопить и говорить, вот, смотрите, вы так не умеете, это одно, да, там. Когда ты просто делаешь это вот в качестве портфолио какой-то своей там персональной истории, то это нормально. Это про химиков в UFC. Возвращаясь к UFC, такая же фигня. Тоже на допинге очень много спортсменов, но, тем не менее, каждый это скрывает.
потому что, типа, правилами лиги запрещено. Меня, кстати, на Барбер Вик, какой он последний, 21-й был году? По-моему, да. Удивило, что очень много было ребят из Узбекистана, как раз номинации Fate, я тоже участвовал. И что-то было, наверное, человек 5 твоих соотечественников. Почему так? Там, по-моему, что даже за ген Фейда какой-то есть у узбеков? Китмом был, да, и выиграл... Выиграл парень из Узбекистана. Да. Не помню, кто именно. Забыл. Джалолов его зовут. Да, да, да. Да, кентяря мой, с моего города, короче. Так почему? Просто дрочкой, наверное, любят заниматься, вот это стоять и так далее. Но, с другой стороны, если посмотреть прям, все говорят, вот там узбеки делают там топовые фейды. Просто в массе своей, может быть, да. Но если посмотреть на топов, кто делает хороший фейд? Там типа Ориф, типа, ну не узбек, да. Коля генералов не узбек. К сожалению. Да, к сожалению, да. Хотя из-за фейда есть сомнения, да, вот это вот. Вот гены где-то проскочили. О. Ну, кто делает нас, ну, типа, из топов, там, кто преподает фейд? Не, на меня-то не смотрите. Нет, типа, ну, один, да, как-то, типа, ну, один чувак, который делает и преподает это, и там на сцене выступает. Но в целом-то топов нету из узбеков. Да, они там выигрывают номинацию, да, там, типа, выиграл номинацию, грубо говоря, Fate, вот, пожалуйста, там, что-то тот же самый Джалолов, Джавахир, а до него выигрывал, в принципе, весь этот фестиваль, Абдул-Азиз выигрывал тоже узбека, mm-hmm. так скажем. Но он по удлиненкам пошел. Почему не говорят, что узбеки хорошую удлиненку делают, хотя он выиграл весь фестиваль на удлиненке? Не говорят же. Прикинь? Не говорят, что узбеки... Стереотип получается. Вот. И... Да, а кто вот этот стереотип родил, интересно? Я не знаю. Откуда это пошло? Потому что, ну, я помню, когда ты первый раз в Хабаровск приехал, мы что-то об этом разговаривали, я говорю... Почему так много узбеков топовых барберов? Ты говоришь, 5 хоть назови. Я такой, типа, а кто? И сам думаю, а кто эти 5? Я даже не назову. Понимаешь, я сам не понимаю. Но, может быть, смотри, может быть, в целом много узбеков в барберинге? В целом. И они выше среднего все делают. Большинство выше среднего уровнем, да? Может, поэтому как-то стереотип уже сам по себе зародился. Вот и все. И они более износостойкие, они долго находятся в профессии. Они в профессии находятся дольше, они в профессии в одном месте находятся дольше, потому что у узбеков есть такая пословица, что она еще как звучит интересно, да, там как стих, что дерево растет на одном месте. Вот. Действительно, как стих. Ну, типа, если на узбекском сказать, да? В одну строчку. Вот. И реально для там узбека, там, да, который вот вырос, родился там, у которого там мышление вот это узбекское, менять место работы, это нельзя, иначе все рухнет. Поэтому ты должен концентрироваться. На одном. Точка, типа, пока не добьешься там, типа, своих целей, такие как там, типа, хата в Узбекистане, там, не знаю, машина и свадьба. Пока не добьешься только в одном месте. Какой дискомфорт? Нет у тебя дискомфорта, чувак, это у тебя в голове работай. Типа... Поэтому все владельцы барбершопов ищут себе 5-6 узбеков, потому что поставил, и они... Круто стригут фейд. Стригут, да. Каждый день в 10 утра, в 22:00 ушли. Амбиции вот этих не то чтобы нету, наверное, есть там, типа, желание сейчас уже, да? После того, как увидели, что вот их земляк, там, допустим, тот же самый Багир обучает, там, еще что-то. Mm-hmm. Там по городам разъезжают. Наверное, сейчас появляются такие земляки мои, которые там, типа, я тоже так же буду делать. Вот. И уже как-то, типа, меняется это вот в голове, там, меньше становится уже из-за таких типов. Потому что я показал, да, я вот в каждом барбершопе, даже в своем, не проработал больше 1.5 года. Что, оказывается, можно не тусить в одном месте годами, там, пытаться какого-то респекта снискать среди своих коллег, а можно дальше двигаться. Да. Ты про это? Да. Типа, это я не к тому, что там, типа, что сейчас надо нагретое место, типа, бросить. Взять и бросить. Сейчас половина барберов уволилась сразу. Ни в коем случае. Дурной пример, он заразительный, особенно в России. Ты показываешь какую-то ерунду, и все, это поперло просто. Я по своему желанию нигде не увольнялся. Нигде по своему желанию я не увольнялся. Не то, чтобы меня увольняли. Я как-то некомфортно в последнее время. Чувствую некомфортно. Что-то появляется, прикинь.
вот не знаю, судьбой назови, там, посланием назови. Могу сказать, вот, как я с эконом-класса перешел в барберинг, рассказываю. А что-то слышал, тебя поперли откуда-то с салона? Да. Кстати, еще тоже, я пока готовился, смотрел подкаст, где дядька один сказал, представил тебя так, что ты увеличил свой доход в 175 раз. Я не знаю, даже не считал. Я такой прикинул, короче. Там стрижка у тебя, по-моему, в дело сейчас 3500. Я такой на 175 разделил, 20 рублей получилось. Это он еще доплачивал просто клиентам? Смотри, реально 20 рублей. У меня там стрижка же в Узбекистане есть примерно столько стоила. 20 рублей если на русские рубли? Если в рублях, да. Ёпта. У нас просто сейчас чуваки после обучения месячного такие, бля, ну за косарь стричь. Ну такое... Типа, вот что-то покажи, вот пожалуйста. Я бы больше, может, хотел. 20 рублей. Да, серьезно? В узбекские деньги 20 рублей. Я сейчас тебе даже скажу больше. 2 копейки за бритье я брал. 20 копеек. За бритье. Это на что, на русские рубли? Да, 20 копеек в рублях. Жестко. Смотри, прикол. Я, кстати, на этом деде и учился брить. Это был дед. Прикол в следующем. Без записи, без всего, он просто заходит. Ну, у нас в Узбекистане же старших уважают. Все, он просто заходит, вот так вот берет свой вот этот вот. У нас тюбетейка такая есть. Что берет на вешалку, так вот кладет. И просто стремится к креслу. У моего учителя 2 кресла, посередине мойка. Его кресло и дальнее кресло, оно всегда свободное. Стригут либо ученики, либо его брат родной. Просто какого-то клиента залет, ему там раз-раз, может посречь на карманные деньги. Все, хотя она... он не парикмахер вообще. Он шашлычник. Просто тусовался. Клянусь, говорю, он шашлычник. Вот парикмахерская и по соседству, типа, шашлычная. Он шашлыки делает. Прикинь, он мог просто в халате дойти и ебануть кого-нибудь и уйти. Я тебе отвечаю, говорю, я тебе как-нибудь фотографию покажу, как он в халате стрижет в этом. Еще у него тут, типа, сальное такое, знаешь, он когда шашлыки хуясь, вот такой... Это мне сейчас смешно. Так, он это было нормально. Потом как в шореме вот так вот это берет и назад все зализывает. Пожалуйста, да. На жир чисто. Чисто резель. Вот оттуда ее резель появился. И он просто стремится в это кресло. Вряд ли, потому что это свинья там. Там чисто баранина. С рогами этими. Он садится, короче. У нас подголовник автоматически он есть. Короче, знаешь, он такой раз и все. Сидит, ждет, пока кто-то придет. Любой, ему все без равно. Без слов, без всего. Вообще. Просто зашел и сразу сел. Да. Он вот так вот делает. Раз ложится, ты ему уже все там раз-раз-раз, распарил, начинаешь брить. И как-то раз он зашел, а старшего ассистента, старшего ученика нету. И мой учитель там. Он стрижет, такой смотрит. А он что делает? На швар закидывает мой учитель. На меня смотрит. Я такой... Он такой... Первый раз я там, типа, недельки... Тренировался? Недельки две. Нет, какой тренировался? Я только лезвие мог, типа, только-только ставить. Я только-только научился шаветку заряжать. Только-только. Я такой, похуй, начинаю вспоминать. Там алгоритм простой. Там у нас нету там до бритья, после бритья, для бритья. Там только есть аркод, это пена, которую надо взбить. Как это делается? Он просто лег, вот сюда вот кладешь такое беленькое, такое, даже не полотенце, это такое, типа, тряпочку беленькую кладешь, все, раз. Пошел, мисочка, горячая вода, там помазок, еще одна мисочка, там чуть-чуть кремика. Ты берешь помазок, раз, туда, и начинаешь взбивать, и эту мисочку на горячую воду, чтобы она была теплой, такой, знаешь, раз взбиваешь, начинаешь мазать сразу на сухую кожу. Начинаешь мазать на сухую кожу, заходишь в подсобку, там есть вот эта алюминиевая чаша, она вот такого размера где-то. Без ручки, без всего там, как в тюрьме, знаешь, бывает только без ручки. Электрический чайник, он только что вскипел. Ты туда, и вот тут на раковине у тебя вот так вот, типа, тряпочка, схожая, как вот здесь вот, только она мокренькая такая. Ты ее берешь, разворачиваешь, и вот так вот макаешь в кипяток. Так вот об стенку раковины бьешь, чтобы не прижигало. Так вот делаешь, и этой стороной макаешь. Пальцы уже отваливаются. Это был кипяток. Тоже так вот берешь, выжимаешь и резко отпускаешь. Там реально кипяток. Когда-нибудь я недавно, кстати, был, когда я хотел это на видео снять, просто я на 3 дня туда и не успевал к учителю заехать. Такой раз и отпускаешь, выносишь, у нас не ждут компресс. У нас вот типа вот накрыл, да, там типа вот нету. У нас там типа раз прикрываешь, и оно там прям звук, знаешь, так
Прикипает к полотенцу. Да, прикипаешь к полотенцу, такой, и все, вытираешь, и прям берешь уже сухой частью, где нету пены, прям шорхаешь, чтобы оно там размягчалось туда-сюда. Потом берешь помазок, еще раз машь, уже борода распаренная лучше, чем вот из печки, знаешь, там тогда. Mm-hmm. Берешь раз-раз, я так поставил, а у него так вот морщины вот такие вот. Типа не вот так, а вдоль. Такой поставил, и вот как раз-таки натяжение забыл. Вниз потянул, вот так вот кожа слезла. Он такой глаза открыл. Один глаз. Он один глаз открыл. Говорит, порезал? Я такой встаю. Говорит, да. Продолжай, ничего страшного. Заживет, говорит. Я говорю, хорошо. Терпеливый дед. А обратно кожу тут прилепил вот так вот. И продолжил дальше. Самое прикольное, я видел, когда учитель там что-то цеплял, какой-то прищик. Он брал газеткой такой, типа раз, оно присыхало. А там порез, там швы надо накладывать. Я взял газетку, приклеил, газетка сочится, и от нее так вот кровь течет ему в рубашек, понял, вовнутрь. Но я типа очень уверен, потому что учитель мне говорил, никогда не подавай виду, что ты это делаешь первый раз, говорит. Я уверен, там что-то дальше продолжил. Но я хочу сказать, что я не мог, вот морщины были, и внутри морщин же волосы тоже есть. Mm-hmm. Не мог добривать. Вот, типа, я не добривал, он встал, ушел. И вот тогда он заплатил на то время, это был 2010-й, он заплатил 200 сум. Вот. А чтобы ты понимал, 1000 сум — это 100 тысяч... Ой, 1000 рублей — это 100 тысяч сум. Теперь посчитай. Немного. Стандартный прайс был на брикё? Или он конкретно он за твою вот так услугу? Вот давал. Это вот моя первая услуга стоила вот столько. Он вне порядков и законов действовал. Понимаешь, да? Это вот даже не 20 рублей. Но он не ругался, ничего просто. Вообще ничего, но он слова не сказал. У меня еще с тех пор вот сервис, да, такой, типа, смотрю, как человек одет. Такой раз-раз-раз что-то сделал. Пару комплиментов, если он мне какой-то сказал, значит, он заплатит больше, чем я скажу. И поэтому говорю, да, сколько не жалко. И он реально давал, типа, ну, от чека гораздо больше. Там иногда бывало в 10 раз больше. Он такой оставляет. Он такой, нормально? Да, братан, нормально. Ты даже не смотришь, просто вот в кассу скидываешь. Но по толщине чувствуешь. Я деньги уже по весу определял. Такой, да, нормально, брат. Для тебя не жалко. Еще вот этот присыпал чуть-чуть, как будто ты не довзял. И такой, нормально. Сегодня, если не хватает, ничего страшного. Чаевыми можешь докинуть. Занеси чуть позже к вечеру. Не страшно, брат. Я здесь до 10 вечера. Я здесь до 10 вечера. Хотя мы работали до 12 ночи. С 8 утра. Зачем так поздно? Клиенты у него были, у моего учителя. Он вот настолько востребованным типом был. Всю дорогу с 8 утра до 12. Да, у него... Он всю запись помнил по телефону. Вот ты ему звонишь, приезжай вот столько-то. У него тайминг никогда не забивался. На одно время два человека никогда не приходило. Он никуда не записывал. Он все помнил. Люто. Он никуда не записывал. И он знает, что вот каждого своего клиента, сколько он стрижет. Были клиенты, стрижка которые... по времени сколько? Ну, вряд ли час, наверное, меньше. Да нет, 6-7 минут. 6-7 минут? Да. Сколько человек можно подстричь в течение целого дня работы? Примерно с 8 до 12? Короче, он 31-го работал... Пол Самарканда. Он 31-го работал до 12 дня всегда, а вот 30-го числа работал до последнего. Примерно до 3 часов ночи мы работали, с 8 получается, утра. Получается, он с 30-го до 31-го до 12 работал и выходил. Да-да-да, не уходили, мы там спали, потом просыпались в 8 утра. Я там жил недалеко, он жил дальше. Просыпался в 8 утра, начинаешь стричь до 12, и все, в 12 начинается кураж. Дня. Это 31-е, 12 дня, там чуть-чуть там с местными типами. Еще эта парикмахерская находилась, типа, знаешь, как в спальном районе таком. Типа, он такой, типа. Там богатеньких много такой, спальня. Типа не квартира, а частный сектор такой. Все одноэтажно, двухэтажно такой. У всех частный сектор с участком таким. Вот. И вот в этом районе ты работаешь. И вот это место было пятачком, где вот парикмахерская, шашлычная, ряд магазины. И все туда вот... Стекаются. Стекаются, да, там что-то купить. На да, свай да, тоже где-то рядом там. Справа на свай, слева шашлычная. Ну все, вот. Это надо уточнять по-любому. 100%, на свай недалеко. И огород был, он весь зеленый, это не газон был. Это вот на свай плюешь туда,
Он выглядел как газон на самом деле, но он такой чуть-чуть болотного цвета был, так, знаешь? Вот, после насвоя. Это было прикольно. 2010 год. 15 лет мне было. Охуеть. Представь. Это ты в каком возрасте начал профессию? 15 лет на свой было. Кидать какой-то. На свой, да. На свой в 5. Я так родился. Ты сразу с этим за губой. Ни разу не пробовал. Родился такой, сразу врач такой, есть проблемы? Пока мамка не видит, да? Да не, родился, тебя вкинули сами. Сразу, да, такой, а, ты узбек. Он орет, надо его успокоить. Займите, место, это вместо соски. Прикинь, соску, блядь, со вкусом, блядь, на свой анал закинуть, узбекская тема. Блядь, отвратительно. Или плов, или на свой. Плов лучше. Кстати, я видел, у вас тут недалеко Пловно есть. Самарканд называется. Мы едем, я ничего не замечаю, и вот тут где-то буковка С и А есть, понял? Это могло быть Самара даже, знаешь, я такой, 100% Самарканд думаю. По-моему, Самарканд. Самарканд, да. Я такой, 100% думаю, Самарканд. Такой, раз смотрю, и там написано Пловно, Самарканд. Я такой, в правильном направлении еду. Не заглянул? Нет. Мы к тебе торопились. Что, будем закругляться? Так. Интересно прозвучало, типа. Будем закругляться. Ну, Серега и так круглый. Как планета. Ну, кто сказал, что планета круглая? Ой, все. Все, это второй выпуск должен быть. Поэтому этот выпуск выйдет, пожалуй, где-то перед Новым годом. Поэтому тебе, Багир, слово. Поздравление, напутственное слово для наших маленьких телезрителей. Маленьких. Ты по количеству имеешь в виду? Маленьких и взрослых. А, по возрасту. Если честно, когда дают слово, вот этот тост, там, типа, поздравление, как будто слова теряются, знаешь? Угу. Есть такое, да? Да, есть, конечно. О чем-то поговорить, пожалуйста. А вот поздравить, типа, или кого-то представить. Лучше Сережи я пока никого не видел, конечно, там. Он это может делать долго. На это, мне кажется, карты памяти у нас не хватит, поэтому лучше я. Это возьму. Год был тяжелый. Да. Насыщенный. Почему, кстати, на Новый год только желание загадывать? А как-то вот символически так сложилось. Типа от Рождества Христова, поэтому? Не знаю. Ну ладно. Единственное, что я могу вам всем сказать, не знаю, насколько вы благополучны в своей жизни, но нам всем нужно Божье благословение, поэтому да благословит вас Господь в этом году, в следующем и до конца ваших дней. Все? Сергей. Красивые слова. Есть что добавить? Да, конечно. Так, все, я... Любите маму. И не употребляйте наркотики. Особенно на свай. Подожди, это не наркотик. Но его, кстати, приравняли к наркотику. В России. Теперь статью можно за насвай получить? За определенное количество, да. За 100 тонн, если тебя на кармане поймали. С контейнером. Такой малый размер это будет, 100 тонн. Один контейнер — это типа небольшой груз. Административный штраф 5000 рублей. Изымается просто. Изымается, да. Что ж, с наступающим Новым годом. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на соцсети Багира. Мы их сюда приложим, как обычно. Сереги, мои. Ну и подписывайтесь на наш канал. Ставьте классы. Спасибо, да, ребята, вам за беседу. Вам спасибо. Тепло всем пообщались. Спасибо. Оператору особенностей. Он там, не знаю, на картах уже, мне кажется, так долго даже дворы в законе не сидели. Напоследок хочется сказать, что спонсоры, поддерживайте типов и подписчики. И подписывайтесь. ТПС тоже, если такие будут. Да, 100%. Это круговорот будет очень хороший. Если вы захотите дать нам денег, мы их возьмем. Вот. И пустим все это на развитие. Он хотел сказать. Поэтому... А не на насвай. Да, если бы мне бы заплатили, я вон, типа, даже выпуски не выпускаю. Хотя спонсоров много, прикинь. Так. А спонсорами будете, но вы выпуски выпускать не будем. Поэтому спасибо, очень было хорошо, приятно. Чай вообще вкусный. Я все пью его, не знаю, он не заканчивается. Уже закончился. Закончился. Поэтому мы тоже завершаем. Мы дальше пойдем пить чай.
разговаривать о барбелинге. Все, да. Серега будет разговаривать о барбелинге, а мы будем просто слушать.